Да, Паш, за что мне эта скука? Бассейн, теплая вода, солнце. О, без тебя это все невыносимо. Это какое-то наказание. Как ты там? Бесконечно вкусно пахнет, вам не передать, конечно, какой это запах. Ой, тяжелые выходные, конечно, тяжелые. Кушать, загорать, купаться тяжело. Офигеть, что в Москве творится, поток. Затопило всю набережную. Сейчас затопит нас. Друзья. Москва, река вышла из берегов. Вообще, утекай. А там огонь. Дело в том, что у нас сегодня юбилей. И мне кажется, что такая погода, это... Это что, Паш? Это хороший знак? Это лучший. Угу. Москва-Сити. Просто... чем-то. Это погодка. Темный мир смотрел? Да, похоже на темный мир, реально. Зато красиво. Классно, да. Еще не темно. И нас видно в отражении. Да? Да. Мы на фоне лифта. В лифте. Девчонки, педикюр цвет кресла. Спасибо. Еще раз. Мечта? Если вы давно не ходили в спортзал, мышцы начинают скрипеть. Обратите внимание. Так, скрипят, слышите? Ой, я тут в деревне поняла, что Джастин Бибер просто плачет от моего стиля. Плачет. Но он просто хочет себе такие же тапки и носки. Я уверена, я видела, он такие же носит. Новый тренд лета. Запоминаем, не забываем, повторяем. Уу! Модню. Иди помогай, Лизуна. Отлизать. Не надо, Тимоша, на скамейку было его. Теперь вот туда не сядь. Ай-яй-яй, что это такое-то получилось, а? Бэ! Бэ! Друзья! Бэ! Как дела? Хорошо? Лёха, давай! Раз, два, три! Кто быстрее? Давай, не обратно! Давай! Что-то у тебя не получается. Давай! Лёха, тебя не угнаться за тобой! Давай за мной, давай! Цыганский табор на прогулке. Внимание! Поклон проезжающей машине! Идиоты! Пока, тачка. Моя любимая деревня выглядит приблизительно вот так. Лучшее в мире небо. Лучшие в мире деревья. Лучший алкоголик. Лучший алкоголик, папа Ника. Тра-та-ти, тра-та-ти, тра-та-ти-та, та-ти-та. Спасибо, пацаны. Давай, пацанюга, кидай! Ну давай тогда. Во имя Ниндзяго! Что, кто проиграл, выпьет литр воды? Да. Ну давай, кидай уже. Еееее! 2.55.
Один, два, три, четыре, пять! Отковыряйте меня, откройте! Фак! Моя поясница! 3 минуты! Пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, 11, 12, 13, 14, 15, 16, попу ниже, 17, 18, 19. Санта, рыбу ловишь? Неплохо. Уйдем, я не клюю, а то за тебя ничего. Это какой-то слет собак в деревне. А ты что трусишь? Там важные вопросы решаются. Кто спасет планету и так далее. Ничего себе, ничего себе! Покажи всем, покажи. Сейчас упадешь. Губки самое главное, да? Ну, молодец, дай 5. 5. А на елке. В зоопарке? Правильно, на 5, молодец. Ты вот так будешь катать? Да. А кто у тебя за рулем? А как же она тогда едет без водителя? Класс! Ты через ведро залез, Тимофей? Ай-яй-яй-яй-яй. В следующий раз через ведро давай. Я через ведро буду. Да. Лето, 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 лето. Ой, какое крутое ты лето. Да, Мий? Эй, Тимош, не брызгай в лицо. Мия подметает бассейн. Два мешка чего? Пакета просто? Ну да. Два пакета. Мои рыбки. Валя, ты детей без воды оставишь таким образом. Хватит. Не допрыгнуть до колеса, да? Папа высоко повесил. Пакеты моют, как в Советском Союзе. Постирайте хорошенько пакет. Внимание, наш первый урожай. Это крыжовник мы собрали. Вкусно? Черная смородинка. Мия сама собирала? Вкусно? Ну-ка, как ты лопаешь ягодки, покажи. Главное, видео снимаю.
Погнали. А я на самокате. Ну-ка, лягушка. Лягушка с лягушкой. Ну-ка, цап. Скажи, ква-ква-ква-ква-ква-ква. Серенькое брюшко. Ты еще, ага. Вот такой ты ребенок. Ты так ее убьешь лошадкой. Она же тяжелая. Добрая Мия Павловна.